В 2011 году компания зарегистрирована в офшорной зоне, значит, на Сейшелах как интернет-проект, хотя более 20 лет она занимается всем, что связано с недвижимостью. Но как интернет-проект она появилась в 2011 году. И у нас в России она начала 24 марта, и вот 24 марта, в эту субботу, в прошедшую субботу, мы праздновали день рождения этой компании, 7 лет. День рождения проекта Санметрополис, день рождения проекта компании Юмилен Центр Утопии, как интернет-проекта. Да? И компания нам предложила возможности участвовать в нашем проекте и на уникальные, как бы сказать, технологии. И компания Юмилен, что это такое? Это новая эра в маркетинге, это новый взгляд на товар, реализуемые через прямые продажи. Это новые возможности для миллионов дистрибьюторов. Вообще все новое. Новый взгляд на мир, новые отношения к своему будущему, новые перспективы и, конечно же, новые доходы. Не такие, как мы с вами имели, знаете, капля в море. Вот. И чем занимается она компания? Что было в основе этого маркетинга? Конечно же, самое главное – это то, о чем мечтают люди. Абсолютно каждый человек мечтает о покупке автомобиля, о своем доме и о своей квартире, и также мечтает заработать много денег для того, чтобы жить в этом уютном доме, в окружении пальм, в ласковых лучах солнца, может быть, рядом на побережье моря, купаться в бирюзовых волнах и делать счастливым себя и свою семью. То есть человек хочет высокое качество жизни. Он хочет наслаждаться жизнью, да? И вот этот проект Санметрополис, New Millennium Center Ltd, компания, они дают нам такие возможности, потому что то, что придумали сегодня наши маркетологи, маркетологи нашей компании, это высокие доходы с небольшим объемом работы, потому что многие люди уже в своей жизни наработались, очень многие люди устали от бесконечной гонки за выживание, наигрались, знаете, в то, что есть амбиции. То, что говорят близкие не считать сетевого лидера, есть амбиции, есть квалификации, но по-прежнему нет денег, да? И если вы уже это многое видели, то я вам предлагаю рассмотреть этот проект, в котором мы работаем очень успешно. И вы увидите, что это не эксперимент, что это многолетнее опыт сотрудничества и хорошие результаты. В общем, гарантия успеха, самое главное, что мы гарантируем успех, да, все, потому что многие-многие люди уже прошли. Ну и какой же результат вообще? Вот многие люди прошли, что же они имеют? Но то, что мы здесь, значит, поправили материальное положение, очень многие люди, это, конечно, однозначно, но хочется сказать, что, а какая вообще возможность купить здесь недвижимость, насколько здесь это возможно? Хочу сказать, что вот за эти 7 лет, да, ну, большой это срок или маленький, вот вы судите сами, вообще для любой компании это небольшой срок. Вот если мы сравним, знаете, с известными компаниями, ну, например, Kia Motors, вот такую компанию тоже многие знаете, да, и если вы почитаете литературу там всевозможную, там и Forbes журналы, может быть, там секрет фирмы, кто-то из вас такие журналы читает, то есть в одном из журналов я прочитала историю Kia Motors. Более 50 лет шло становление этой компании. Становление только. Более 50 лет. И эти, значит, автомобили никто не покупал, потому что у них был некрасивый дизайн кузова, потому что никому не были нужны. Все нужны были Ferrari, Mercedes и, там, и все такое вот прочее, да. Крутое все такое. И, значит, спустя какое-то время, вообще 50 лет, никакого результата не было. Компания еле-еле выживала. Это Kia Motors. И пригласили европейских дизайнеров в эту компанию. Вы знаете, что это Корея, да? Kia Motors компания. И вот эти дизайнеры, значит, за короткое время смогли изменить и прибыли, и статус, в общем, все. Каким образом? Не было никаких денег в компании для того, чтобы менять дизайн кузова, для того, чтобы там что-то там кардинально менять. Поменяли только цветовое решение, поменяли только краски. До этого в Kia Motors были серые, белые и черные автомобили. Не то, что востребовано, да, все, что на рынке, мы знаем, там, что вот эти темные цвета, они как бы востребованы. Вот. Значит, европейские дизайнеры раскрасили автомобили красный, желтый, зеленый. И вот это было правильным решением. И вот это изменило в жизни. Но 50 лет становления. Сегодня нашей компании, как интернет-проекту, всего 7 лет. И за эти 7 лет более 300 наших партнеров купили недвижимость на теплом побережье. Начиналось все с того, что компания стала участвовать в развитии Северного Кипра. И в 2013 году
15 марта нам был предложен проект по недвижимости «Сан-Метрополис». Вот мы сегодня об этом проекте и будем говорить, что это такое. Понимаете, потому что комфортно. Почему этот проект интересен многим людям? Ну, не только благодаря тому, что здесь высокие доходы. Комфортные жилищные условия, да, дорогие друзья, это самая базовая потребность человека. Ну, после, конечно, еды, да. То есть, что делает человек? Он всю жизнь совершенствует свою жилище, меняет, расширяет, там поднимает потолки, строит загородные дома и так далее, и так далее. И вот в настоящий момент, да, когда у нас расширился кругозор, мировоззрение, мы уже были за рубежом, мы уже много в жизни видели, приобретение собственного жилья – это один из наиболее актуальных вопросов, которые решают сегодня наши современники. И вот наш проект «Метрополис» – это новые выгодные направления в бизнесе и для нас с вами. Это высокие быстрые доходы. Вот обратите внимание, еще раз повторю, высокие быстрые доходы. Это решение денежных и жилищных вопросов просто с первых шагов в нашем проекте, с первых шагов. Вот. И проект «Сан-Метрополис» позволяет каждому желающему партнеру стать обладателем недвижимости в любой точке мира. И, конечно же, на теплом побережье Северного Кипра. И наши партнеры могут приобретать недвижимость в любых уголках мира. Ну и, конечно же, на теплом побережье Средиземного моря, потому что мы, знаете, в короткое время очень сильно полюбили. Давайте слайды буду переворачивать уже. Мы очень полюбили проект, потому что мы полюбили Кипр, потому что многократно были уже на Кипре. И сегодня Кипр – это одно из самых выгодных капиталовложений, потому что недвижимость, и вот как говорят, да, цена и качество, вот это сочетание самое выгодное. Высокое качество недвижимости, я вам потом в конце покажу красивую эту недвижимость на Северном Кипре. Ну а сегодня, вот сейчас в начале нашей презентации, конечно же, поговорим о мечтах, о том, что очень многие люди, для многих людей недвижимость – это и показатель благосостояния. Да, то есть люди у нас сегодня любят хвастать своими, или гордиться, да, своими успехами. И вот, конечно, как рассказать о том, что ты успешный человек? Вот у меня такая недвижимость, вот у меня в Москве недвижимость, вот у меня за городом недвижимость, вот у меня зарубежная недвижимость, вот у меня в Таиланде недвижимость и так далее, да? Вот. Это показатель высокого уровня жизни. То есть, если человек имеет недвижимость, а тем более зарубежную недвижимость, это всегда показатель высокого уровня жизни. Так. Так. Нина говорит, что микрофон у нас, да? Давайте я тогда убавлю немножко, потому что я тут прибавляла. Так, немножко. Значит, успешности человека престиж, а главное – это выгодное капиталовложение. Мы сегодня знаем, что недвижимость – это одно из направлений в инвестировании. Да? Это активы, это создание активов. Это то, что приносит нам доход без нашего участия. Его можно сдавать в аренду, недвижимость можно спустя какое-то время дорого продавать, да, купил дешево, продаешь дорого. И сегодня люди, которые немножко думают о завтрашнем дне, хотя бы на несколько шагов вперед, они обращают внимание вот на недвижимость. Но то, что предлагает нам сегодня наша компания New Millennium Center Ltd, это уникальная технология, называется она бонусная накопительная программа. Что такое бонусная накопительная программа? Вот немножко отступим сейчас от нашей презентации, и мы посмотрим вокруг себя. Встречаемся ли мы в жизни с такими бонусными накопительными программами? Ну вот за последние 10 лет, да, можно сказать, до этого времени мы об этих программах не знали, когда, пока, ну, хотя они существуют уже достаточно давно и в Америке, и в Европе, и так далее. Это совершенно легальные, законные схемы, которые дают нам возможность скидок и накопления бонусов. Ну, например, мы ходим в магазин продуктовый. Прошу прощения. Мы ходим в магазин продуктовый, делая покупки, там, постоянные покупки в одном и том же магазине, мы накапливаем на свою карточку какие-то бонусные баллы, бонусные рубли, и в один прекрасный момент их накапливается столько, что мы можем сделать покупку, не оплачивая наличными денежными средствами, а оплачивая вот этими бонусными, да, бонусными баллами, бонусными деньгами. Вот. Точно так же у нас сегодня можно покупать не только продукты питания, и одежду, и услуги, там, и косметолога, и стоматолога, и, может быть, там парикмахера, химчистки, всего угодно, чего угодно, обувь, бытовая техника и даже банковские услуги. Мы знаем с вами, что банк ВТБ-24 говорит нам, пригласи друга, получи бонус. Московский кредитный банк, спасибо Сбербанк, у нас такие схемы есть. То есть они практически повсеместно. И вот такие, сегодня даже есть такое направление, когда продаются целые программы,
Предположим, человек стоит на рынке, торгует мясом, и у него есть вот такая специальная машинка, которая начисляет бонусные баллы, да, такой маленький приборчик. Практически сегодня во всех бутиках вы можете безналично рассчитаться и начислить баллы на свою бонусную карту именно в том или ином, значит, магазине. Вот, вот такие бонусные программы у нас пришли. Автозаправки, ну, практически повсеместно. И только лишь наша компания New Millennium Center Ltd. дает возможность на эти бонусные деньги, на эти бонусные баллы, на эти бонусные средства покупать целую недвижимость. Причем вложить можно небольшую сумму денег. Начать можно со $170. Если говорить о рублях, это около 10 тысяч рублей. И из этих 10 тысяч рублей вы можете сделать себе целое состояние, получать постоянный доход в иностранной валюте и, конечно, купить столько объектов недвижимости, сколько вы захотите, насколько у вас будет сил, возможностей, желаний, энергии и энтузиазма. Вот я вам здесь, значит, слайды такие показываю. Это все недвижимость, которую сегодня можно спокойно покупать или, например, строить вот это в стиле шале. Это польские дизайнеры предлагают нам такую современную недвижимость. Это такой загородный дом. Вот. Но этот загородный дом не обязательно покупать нашей компании. Вы можете здесь заработать деньги и построить по своему желанию, купить в любой точке мира ту недвижимость, которая вам нужна. Может быть, в том городе, в котором вы живете. Вы хотите иметь полнометражную квартиру с террасами, там, с какими-то замечательными балконами, с двориком на крыше, может быть, целый этаж купить. Это называется там, как называется, да, пентхаузы. Вот, потому что сегодня у нас огромное количество возможностей недвижимости. Вот. И, ну, а наша компания что предлагает? Предлагает полностью программу заработать на недвижимости и потом уже ее купить. Как стать участником программы? Для того, чтобы стать участником программы, мы с вами покупаем сертификат. Сертификат стоит $1000. На сегодняшний, у нас есть единица измерения, IP на сегодняшний день в связи вот с этими, этим прошедшим, еще не завершившимся кризисом 15-16 года, IP равно $1. Вот, поэтому мы везде говорим доллар, потому что практически сейчас у нас не меняется валюта. Раньше мы работали в евро, сейчас снизила нам компания, дала такую возможность благодаря вот этому кризису, и нам стало очень удобно, потому что сумма входа ниже, ну и получаем мы, конечно, доходы в долларах. Компания нам переводит в долларах. Вот, поскольку IP у нас равен доллару. Так вот, мы покупаем сертификат. Этот сертификат, это ценная бумага, это документ, который дается каждому участнику бонусной накопительной программы. И этот документ говорит о том, что внесен определенный задаток, вот на сумму $1000 за будущую недвижимость. И именно этот задаток дает возможность человеку участвовать в бонусной программе. Дается бизнес-место, бесплатное обслуживание сайта, совершенно современные, очень легкие, без всяких наворотов, просто простые для понимания даже ребенку понятные вот эти сайты. И даже, знаете, у нас есть люди, которые имеют уже значительно, значит, как бы очень взрослые, высокий возраст, так скажем, за 70 лет, там, 75-78 лет, эти люди легко ориентируются на этих сайтах. Это говорит о том, что очень простой сайт, для любого человека он понятен. И в этом, на этом сайте будет у каждого личный кабинет. Вы и деньги увидите там, и движение увидите, и бонусную накопительную программу увидите. Кроме того, вот этот сертификат, если вы захотите покупать недвижимость, ну, скажем, на Северном Кипре, через компанию, другими словами, то, ну, компания еще в Испании можно купить, можно с компанией разговаривать там, где они сегодня строят. Значит, через компанию покупаете недвижимость, то на сумму сертификата будет вам сделана скидка при покупке недвижимости, потому что вы уже внесли задаток. Более того, сертификат растет в цене. Если вы за $1000 зашли сюда, то сертификат будет у вас с течением времени, потом вы увидите $2000, и уже скидка у вас будет $2000. Кроме того, сертификат не имеет срока давности. Вы можете сколько угодно долго работать, а потратить его, например, ну, через 5 лет. Да? Вы можете сертификат этот подарить. Можете использовать, не дожидаясь высокого вознаграждения, если у вас, например, есть другие источники доходов. И, кроме того, владелец сертификата имеет еще ряд преимуществ, таких как оплачивание перелета, проживание 5 суток,
и сопровождение сделки на, ну, проживание на двух человек и перелет на двух человек при покупке недвижимости, скажем, на Кипре. Вот вы имеете такую возможность. Но для каждого человека эти все условия одинаковые. Любой человек, который покупает сертификат, всю эту возможность имеет. И вот мы с вами купили этот сертификат. И хочется сказать, что есть еще более легкий вход в этот проект. Ну, например, знаете, я вам сейчас покажу такую небольшую схему, вот такой замечательный слайд. Вот этот слайд, значит, нам показывает вот этот короткий путь. Преимущества каких компаний, чем она отличается от всех других. 100% от привлеченных денег от продажи сертификатов, они все идут в бонусную программу, на бонусы, на выплату бонусов. Ни один, ни два, ни 5%, все 100% идут на выплату. И скажите, пожалуйста, если 100% от бонуса идет в начислении, быстро можно набрать вот эту сумму для покупки недвижимости? Естественно, быстро, не 2%, не 3%, все 100% от привлеченных денег, от того, сколько к нам людей приходит. Так вот, смотрите, сам проект состоит из нескольких маленьких проектиков. Вот сама программа, целая программа по недвижимости, она начинается с покупки сертификата на $1000, да, вот, и вот солнечный шанс, это старт, вот за $1000, у нас есть сертификат за 2000, можно зайти, проект SMT Soft переводится как сам Метрополис, мягкий SMT Soft, и можно сразу зайти за $8000, да, то есть, чем больше сумма входа, тем больше сумма скидки на покупку недвижимости, тем дороже сертификат, и тем короче путь к нашим заветным денежным бонусным вознаграждениям. И я хочу сказать, что есть у нас уникальная возможность. Я вам говорила о том, что можно за $170 зайти. И вот у нас есть такой замечательный проект Евровид, и этот проект является предстартовым. Это можно так сказать, цокольный этаж в нашем здании. Да? Сам проект состоит по недвижимости из трех проектиков. Солнечный шанс, SMT Soft и Sun Metropolis, вот это три вот этих программки, три ступеньки нам нужно пройти. Но начать мы можем с Евробита, вот этот маленький проект, который дает нам возможность иметь постоянные деньги на ежедневные расходы, причем даже очень даже хорошие. Помните, я вам говорила, с первых шагов в проекте, как раз вот даже, например, еще не будучи участником проекта, работая только в предстартовом проекте в Евробит, вы можете уже хорошо зарабатывать и $300, и $1000. Есть еще реферальное вознаграждение. Ну и, конечно же, основная еще задача проекта Евробит предстартового, ну, наряду с тем, что нам нужны деньги на ежедневные расходы, которые нам компания выплачивает вот здесь наличными, да, мы здесь зарабатываем вот эту $1000 для того, чтобы участвовать в проекте «Солнечный шанс». Вот. И я сейчас вам покажу немножко более подробно эти слайды. Сейчас, секундочку. Я переключу. Так, не перестану. Так. Так, значит, маркетинг. В основе маркетинга лежит у нас матрица. Ну, почему матрица? Многие говорят, ой, я так боюсь матриц. А чего их бояться-то? Матрица сегодня самая современная технология, которая позволяет нам, что за короткое время получить высокое вознаграждение. Это такой короткий путь. Понимаете, значит, ну, по-другому мы еще там по-современному называем, по-цивилизованному, мы называем это стол. Не сама матрица, а стол. А сама матрица – это просто лишь шаблон. Заполняется этот шаблон высокое вознаграждение. И мы начнем с вами, знаете, вот как раз с солнечного шанса. А потом я вам расскажу о предстартовой программе, чтобы у вас, скажем, ну, более яркое впечатление осталось вот о предстартовой программе, программе Евробит. Сейчас мы пробежимся вот по нашим трем этим проектам, по трем ступенькам, которые... Это солнечный шанс, вот куда мы заходим за $1000. Мы покупаем сертификат за $1000, и вот такой семиместный стол. Видите, очень маленький такой семиместный стол, очень короткий и высокодоходный. А почему он высокодоходный? Сколько мы здесь с вами денег имеем? Смотрите, стол заполняется снизу вверх, семиместный делящийся стол, да? Три места всегда занято. То есть, когда вы приходите в матрицу, всегда половина матрицы уже заполнена. Она никогда не бывает пустой. И нам остается заполнить только вот эти четыре нижних места. Четыре свободных места нам остается заполнить, да? И все. Четыре места заполнили, матрица считается заполненной, и верхний партнер получает вознаграждение $4000. Вот смотрите,
100% я говорю, выплаты в сеть, да? Как это можно посчитать? Вот 4 новых человека зашли, то есть сюда, в эту матрицу, матрица пополнилась 4 раза по 1000 долларов, на 4000 долларов матрица пополнилась. Верхнему партнеру начисляется 4000 долларов. То есть 4000 пополнилась матрица на 4000, 4000 идет на выплату. И эта матрица, она с таким замечательным моментом, с таким сюрпризом, который называется у нас реинвест, то есть повторный. Для чего нужен этот реинвест? Для того, чтобы каждый партнер мог иметь высокую выплату на ежедневные расходы. Вот 4000 долларов, это, если считать в рублях, около 200 тысяч рублей, вот так можно сказать, да? Это зарплата целого года. Если мы ходим по найму на работу, то за целый год мы зарабатываем такие деньги. А здесь 4 новых партнера дают нам такое высокое вознаграждение. И вот деньги здесь распределяются, ну, не совсем, скажем, просто, а очень просто. Скажу так, вот первый цикл, когда мы с вами заканчиваем, да, первый раз мы получили 4000 долларов, но здесь написано евро, потому что сейчас компания нам снизила, мы работаем в долларах, ну а по сути это мы работали раньше в евро, IP у нас был равен. Надеемся, что мы тоже скоро выйдем на евро, потому что и деньги мы тогда, доходы мы тогда получаем в евро, высокие доходы. Вот. Поэтому смотрите, вот 4000 человек получил, и первое вознаграждение распределяется следующим образом. Вот вы зашли за 1000, 1000 вам выплатили на руки. То есть ту сумму, которую вы внесли, вы ее отработали, вы ее забрали. Все, все риски сняты. 1000, еще 1000, она пойдет в реинвест. А вот эти 2000, они пойдут работать в следующий проект. И мы с вами прекрасно знаем формулу богатых. Как люди, богатые деньги, становятся, как богатыми людьми становятся, заработал, накопил и приумножил. И вот мы сейчас с вами будем эти деньги приумножать. Мы заработали с вами 4000. Первые 1000 мы забрали. И вот эти 2000 заработанных денег пойдут работать следующий проект, на следующую ступень, которая называется SMT-SOS. Это с первого вознаграждения, подчеркиваю, да? С первого вознаграждения. Это только один раз. Все остальные деньги, все второй цикл и все последующие циклы, поскольку мы с вами в реинвесте, всегда вы будете получать 4000 долларов, да? Из них 3000 всегда на руки, а 1000 всегда будет в реинвесте. Ну и вот те люди, которые у нас, например, есть такие партнеры, и я в том числе, которые получают такие деньги, ну, регулярно, вот эти 4000 долларов. Естественно, я тоже начинала, и тоже у меня первые деньги пошли в SMT-SOS, а начиная со второго вознаграждения, очень приятно получать 3000 долларов и выводить их на AdvoCash и на Perfect Money. Компания выводит там на AdvoCash и на Perfect Money. 3000 долларов – это зарплата целого года. И если даже вы получите такой доход, ну, один раз в год, да, скажем, возьмем самый простой пример, самый, скажем, медленный момент, да, то это тоже достаточно хорошая сумма. На эти деньги уже можно покупать, ну, может быть, автомобиль. Ну, может быть, не новый, но тем не менее, уже хватит на машину. Вот. Так вот, смотрите, вот и так. И так мы 2000, да, сертификат у нас, вот в этом моменте у нас сертификат на 1000 долларов, он у нас аннулируется, и нам выдадут сертификат на 2000 долларов. Итак, дорогие друзья, что у нас дальше происходит? С первого вознаграждения 2000 будут работать, идут на следующую ступень. А следующая ступень у нас SMT-SOS. И тоже состоит из одного стола, всего один стол. И тоже семиместный стол, который быстро заполняется. И этот стол мы проходим один раз, и в него больше никогда не возвращаемся. Здесь нет ничего, никакого реинвеста, ничего. Мы его проходим транзитом один раз, на проход, все. Он нам больше не нужен, и его функция чисто накопительная. 2000 наших денег, они пойдут сюда, и когда мы этот стол пройдем, и выйдем на вершинку, и наше вознаграждение будет 8000 долларов. 8000. Мы зашли сюда на заработанные деньги. И у нас уже накопилось 8 тысяч. Вот она, накопительная программа. Итак, 8 тысяч мы накопили с вами. Они будут начислены на ваш кабинет, ваш бэк-офис, ваш личный кабинет. Вы эти деньги увидите. И эти деньги пойдут на участие в последнюю ступень, которая называется Сан-Метрополис. Проект Сан-Метрополис. Он состоит из двух столов. Первый стол – остров мечты.
Мы сюда заходим за эти 8 тысяч, которые накопили. И здесь этот стол мы тоже проходим только один раз. Тоже вот так на проход транзитом. За 8 тысяч зашли, 32 тысячи заработали. 32 тысячи накопили. И эти 32 тысячи, накопленные в острове мечты, называется Dream Island, заходят в последний стол, который называется Остров Победы. Вот и все. Вот и весь маркетинг. Маркетинг очень короткий. Мы зашли в Остров Победы. Такой же семиместный стол, также три верхних места занято. Прошли этот стол весь, заработали 128 тысяч долларов. Вот оно наше первое вознаграждение. Значит, и этот стол у нас, он тоже с сюрпризом. Самое главное, мы никогда не возвращаемся в начало. Мы остаемся в этом столе, остаемся в реинвесте для того, чтобы снова и снова в реинвесте, в повторе, мы могли бы с вами зарабатывать 128 тысяч долларов. Вы поверьте мне, когда вы первый раз получите 128 тысяч долларов, вы сможете решить все свои финансовые, ну так, задачи, трудности, скажем, и кредит в банке закрыть, и так далее, и так далее. Поскольку этот стол с реинвестом, 32 тысячи в реинвесте и 96 тысяч на руки. Значит, ну, давайте мы посчитаем, сколько это 96 тысяч. Ну, округлим так, знаете, на скидку, около 100 тысяч долларов, так скажем, да. Примерно это около 6 миллионов рублей. Около 6, 96 тысяч – это около 6 миллионов. Ну, меньше там, 5,5 миллионов. Большие это деньги, это очень большие деньги. Если мы ходим на работу и зарабатываем 15-20 тысяч, то такие деньги мы зарабатываем за 20-30 лет нашей работы. Практически за всю жизнь, понимаете? А в нашем проекте за короткое время, я помните, говорила, что более 300 человек купили, да, и такие, ну, уже недвижимость. То есть они уже заработали такие деньги. И не один раз, потому что у нас есть партнеры, которые купили и две недвижимости, и три, и четыре, и даже восемь. И даже восемь недвижимости. Сегодня многие люди имеют недвижимость и на Кипре, и не одну недвижимость. И точно так же и в России, благодаря нашему проекту, благодаря проекту «Санметрополис». То есть это заработанные деньги в этом проекте. Есть партнеры, которые, знаете, много лет работали в сетевом бизнесе, но таких денег не имели никогда. Ну, смотрите, очень короткий путь. Давайте мы с вами посмотрим, что это за короткий путь. Солнечный шанс. Ну, вот сейчас я вам покажу такую матрицу, да? Ну, слайдик такой коротенький. Смотрите, вот прямо возьму карандашик, нарисую. Заходим мы вот сюда за 1000. Солнечный шаг. Вот опять вернемся. Дальше. Второй шаг у нас. SMT Soft. Помните, я говорила, что накопительная. За 2000 заходим, 8 получаем. Этот, остров мечты. И все. И все. И победа. Практически мы делаем, проходим 4 стола. Из наших 1000 долларов у нас получается 128 тысяч. Из наших 60 тысяч рублей у нас получается 6 миллионов. Вот. Вот и весь проект по недвижимости. Но мы с вами говорили о том, что можно зайти за 10 тысяч рублей, да? А как это за 10 тысяч рублей? И вот и наш проект, предварительный проект, предварительная программа, которая называется «Евробит». И эта программа дает нам еще более широкие возможности, потому что добавляется у нас сегодня другая валюта в Евробите, это биткоин. Можно зайти за евро, за доллар и можно зайти за биткоин. И благодаря этому, этой возможности, рынок наших пользователей, рынок наших партнеров, он расширяется гораздо больше. Сегодня, значит, та страна, в которой работает наш проект «Санметрополис», да, на Кипре, значит, есть, используется эта монета для расчета. Это валюта, точнее сказать, криптовалюта, биткоин используется. И поэтому мы сегодня имеем возможность в нашем проекте заходить за евро. Но получать деньги вы можете в долларах. И в смысле в криптовалюте мы заходим, да, получаем мы все равно в долларах деньги. Живыми деньгами на Perfect Money, на A2Cash. Живые реальные деньги, которые вы можете у себя в кармане потом, ну, всегда иметь. Купюры, в таком купюрах, живые деньги. И вот в этом столе, в нашем проекте Евробит у нас два стола. Два стола. И здесь, конечно же, у нас инновация. Компания New Millennium Center, компания, которая любит инновации. И у нас здесь первый стол называется Ask Chain, цепочка данных. И второго такого проекта, второго такого стола, второй такой матрицы вы не встретите практически нигде. Это единственная наша компания, маркетологи нашей компании создали
путем длительной работы, более 40 лет работая в маркетинге, они создали вот такой стол, который исключает, вот первый стол, видите, вытянутая матрица, который исключает ряд недостатков любых маточных программ. А именно, что исключается здесь у нас? Исключают необходимость ставить пустышки, закрывать, да, людей. Даже если в вашу матрицу попала пустышка, при делении вы от нее отделяетесь, и вы, значит, с этой пустышкой разделитесь, и она вам не мешает в работе, она не тормозит. Вот, прекрасно понимаете, вот очень многие люди, когда начинаешь говорить про матрицы, они сразу пугаются так сильно. А что пугаетесь? Да мы пугаемся, что они тормозят, останавливаются. А почему они тормозят и останавливаются? Да потому что люди не работают. Вот именно. Поэтому нужно подбирать персонал. И я вам, может быть, скажу новости, может быть, открытие сделаю, что текучка персонала это и подбор персонала – это одна из главных задач любого работодателя, будь то завод, фабрика, магазин или бонусно-накопительная программа. Все зависит от персонала. Понимаете, если человек не работает, его не держит нигде, и у нас такая возможность смены человека, смены персонала, она у нас есть, чего нет в других компаниях, предположим. У нас есть, у нас можно, значит, то место, где человек, тот аккаунт, где человек не работает, можно поменять на работающего человека, продав ему это место. У нас есть такая возможность продавать. Поэтому вы не бойтесь, если у вас попадется неработающий человек, всегда можно его поменять на другого работающего человека и более выгодные варианты предложить своим новым партнерам. Так вот, смотрите, здесь у вас будет бесконечное количество, я прямо сейчас карандаш возьму, бесконечное количество личных аккаунтов. Ну, кто-то называет это клон, мы называем это подарки. Вот смотрите, вот этого партнера, вот она цепочка, вот я прямо так ее рисую, вот она цепочка, главная цепочка в этот аскчейн, вот это второстепенная цепочка. И смотрите, вот у этого партнера, вот номер 10, видите, номер 10, да, вот у этого номер 11, это, а логин один и тот же, что это значит? Так это и значит, что у этого человека уже 10 аккаунтов, 10-11 подарков от компании. Первый аккаунт, вот этот под номером 1, мы покупаем за $170. Вот и все наши доходы, в смысле расходы, все наши вложения. И в этой матрице, эта матрица 7 мест, смотрите, 3 места принадлежит одному партнеру, вот здесь написано 99 консум. 2 места принадлежит, это второстепенная цепочка, но другому партнеру, приглашенному, да, вот здесь НИНРА написано, другому партнеру принадлежит, и 2 свободных места. И вот эти 2 партнера, 5 мест занято в 7-местном столе и 2 места свободных. Вот эти 2 свободных места заполняются этими партнерами. И как только эти 2 свободных места будут заполнены, вот крестик прям поставлю, да, что плюсики, вот здесь новые люди придут, эти 2 места будут заполнены, и матрица считается заполненной. И верхний партнер, вот тот, кто стоит сегодня на вершинке, получает вознаграждение $300. Кроме того, за каждого приглашенного партнера вот, по 6 условных единиц, так скажем, по $6, за каждого нового партнера и за все подарочные места, которые будут у ваших новых партнеров, подарки будет компания давать, бесплатные места, вот эти, за все эти подарочные места вы, как спонсор, всегда будете получать 6 условных единиц, $6 вознаграждения, реферальное вознаграждение. И так получается, вот как только это нижнее место занято, нижний ряд, матрица считается заполненной, верхний партнер получает $300 вознаграждения, и матрица разделится вот так, вертикально на 2. И из них получится 2 матрицы. Две матрицы, да? Получится, каждое звено работает только один раз в системе. И это звено, вот номер 9, вот этого 99 консул, номер 9, оно уйдет, и все поднимутся на уровень выше. Матрица разделится, и все поднимутся на уровень выше. Вот так получится. Вот этот партнер пойдет вот сюда. Следующее место, 10 место вот этого консула пойдет наверх. 11 поднимется в плечо. И вот здесь внизу освободится место, и на него автоматически встанет еще одно звено. Следующее звено, 12. Ну и это не последнее звено. До тех пор, пока человек будет закрывать эту матрицу, до тех пор будут подарки от компании, до тех пор он всегда будет первым на выплату и всегда будет получать на вершине $300.
Так вот, смотрите, если человек получил впервые эти деньги, первый раз 300 долларов получил, вспомним формулу богатых, из заработанных денег первые деньги у нас пошли приумножаться, да, накапливаться и приумножаться. И наша программа так и называется накопительная программа, да, бонусная накопительная. И вот из первых денег 250 пойдет работать во второй стол. И вы, этот второй стол, вам уже эта схема знакома, потому что больше у нас других матриц нету, никаких здесь хитростей нет, все очень просто. И начинает заполняться этот ряд. Как только вот этот ряд, нижний ряд, заполнится теми партнерами, которые вышли с первого стола, верхний партнер, вот этот получает 1000 долларов вознаграждения. И вот эта первая 1000 долларов, она как раз у нас для того, чтобы мы зашли в проект по недвижимости, о котором говорили выше, купили сертификат и начали себе зарабатывать деньги на недвижимость. А что же тогда с Евробитом? А в Евробит вы продолжаете работать. Начиная со второго вознаграждения, все деньги свободны для вывода на ваш счет банковский, на Perfect Money, Advocash. Второй раз вы получили 300. Все 300 долларов вы выводите на Advocash, на Perfect Money через компанию, бухгалтер вам выводит. Вы на эти деньги живете, вы эти деньги тратите. Второй раз вы получили 1000. Вы точно так же 1000 забираете на свой банковский счет, точно так же тратите на те свои необходимые ваши житейские нужды, которые сегодня для вас важны. Третий раз вы получили 1000, третий раз получили 300 долларов. Все остальные последующие деньги, там по 6 долларов многократно, все деньги свободны для вывода. Только лишь один раз. 250 из первых заработанных 300, они пойдут во второй стол. И только лишь один раз 1000, первая заработанная 1000, она пойдет дальше для того, чтобы у вас получилось 128 тысяч долларов. И вот смотрите, вы сегодня уже стоите на получении 128 тысяч долларов. Давайте оглянемся назад немножко. Как все начиналось? А вот все начиналось со 170 долларов. Понимаете? И 170 долларов не такая большая сумма. И сразу, вот еще раз, третий раз я говорю, повторю о том, что с первых шагов в проекте мы сразу имеем высокое вознаграждение. Ну, 300 долларов это сколько примерно? Примерно 18 тысяч рублей. Я вам скажу, что в любом сетевом бизнесе, в любом товарном бизнесе эта сумма 18 тысяч рублей, это зарплата, это доход уровня директора. Уровня директора. Сколько нужно сделать работы для того, чтобы выйти на уровень директора и получать 18 тысяч зарплату, да, 18 тысяч рублей? Достаточно большой объем работы, ну, как минимум 500 человек структуры. В нашем проекте, в предстартовом проекте, да, каждые два партнера, вот внизу заполненные, каждые два партнера будут вам давать 300 долларов. Почему? Да потому что вы всегда будете первыми на вознаграждение. Конечно, нужно немножечко разогнаться для того, чтобы попасть на вершинку, но для того, чтобы попасть на вершинку, вам нужно будет сделать небольшой объем работы. Там один, два, ну, максимум, может быть, три новых партнера к вам нужно, чтобы к вам пришли, да? Все, с этого момента, как вы вышли на вершину, с этого момента вы всегда первый получаете вознаграждение в своей матрице. Ну вот, пожалуй, и все, то, что касается нашей бонусно-накопительной программы. Итак, мы с вами сможем сделать резюме сейчас, вывод сделать. Какой вывод? Вывод очень простой, что если у ваших партнеров сегодня есть желание иметь 6 миллионов, да, и есть сумма для стартового, для старта 10 тысяч рублей, то возможности все вот как раз в нашем проекте здесь есть. Для того, чтобы вы могли, я просто хочу сейчас немножко показать вам слайды по проекту. Так, то есть, все для этого есть у нас. Ну вот смотрите, сегодня у нас какая возможность есть покупки недвижимости? Какой? Вот это современный мегаполис. Это, конечно, Москва, но сегодня, если мы едем в крупные города, такие как Самара, Пенза, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа и многие другие, Владивосток, вот это тоже, ту же самую картину мы с вами видим. Такие замечательные, красивые сегодня у нас есть дома, современные, многометражные. Но почему бы не купить такую квартиру? Кто-то мечтает о загородном доме. Вот я специально на этом слайде собрала, значит, недвижимость, которая есть реально в продаже, это Греция, это Кипр, это Италия. Понимаете, для любого человека сегодня возможны вот такие варианты недвижимости. И на Северном Кипре возможности очень хорошие есть. Если вы хотите купить, то
на недвижимость сегодня, вот, например, ну, 200 квадратных метров стоит примерно как однокомнатная квартира в Москве, вот такой, например, особняк, да. Или, например, вот я хочу показать вам тоже, поскольку я живу в Москве, мне это все очень близко, современные московские квартиры, вот, пожалуйста, с современным дизайном. Кому бы хотелось иметь такую недвижимость? Но я думаю, что многие, не обязательно это в Москве, это в любом другом городе, где вы живете, может быть, на своей родине, или, может быть, еще. Но сегодня тенденция такая, направление такое, что очень многие люди хотят иметь комфортное, просторное, светлое жилье с высокими потолками. Ну и знаете, наверное, что сейчас в Москве идет такая программа реновации, да? Сносятся вот эти старые панельные дома, ну, типа хрущевки, как были, да, у нас, и людям дается возможность, уже у нас и в Москве идет заселение такое, вот такие современные квартиры, да. Ну, а если, например, в вашем регионе нет таких проектов государственных, там, по реновации, там, что делать? Заработать-то можно? Конечно, можно. Имея 10 тысяч рублей, вы можете заработать вот такую замечательную недвижимость, да, купить недвижимость. Ну, вот это уже Северный Кипр. Прошу прощения за кашель, я немножко постыжена. Вот смотрите, вот такие замечательные домики есть в продаже на одну семью. Или вот такие многоквартирные дома, да, где вы можете... Это новые дома, это Черепашья бухта. Видите, что здесь уже и ландшафтный дизайн на высоте, все как надо. Вот, и вот это тоже... Один из комплексов, которые мы, это вот, видите, это люди, это мы были на конференции, и нам любезно показали практически, ну, большое количество недвижимости на северном побережье Кипра. Вот, как раз это Кирения, там и Алсанджак, там много разных районов. Напоминает чем-то, знаете, Сочи, город Сочи, он... У нас вытянут по побережью Черного моря, точно так же Кирения, это город, который тоже вытянут, и он состоит из разных районов, так же, как, например, Сочи, там, 4 района, точно так же здесь 4 района, и тоже такой замечательный вот. Вот это английские домики, очень много англичан живет на Северном Кипре, говорят на английском, на британском диалекте, вот, и тот, кто попадает туда, на Кипр, только начинают говорить по-английски, и мы тоже не исключение, кто были, хотя бы немножко начали говорить. На английском языке, конечно, можно там научиться хорошему английскому языку, и если вы хотите, чтобы ваши дети получили, например, международное, европейское образование, то на Кипре все для этого есть. Для того, чтобы поступить в институт, нужно всего лишь пройти тест на знание английского языка, потому что преподавание ведется на английском языке. Вот, это мы в гостях агентства Каванлар, видите, здесь у нас он, ну, Матвейчук, может быть, кто-то видит, это в основном красноярцы наши, да, партнеры, я фотографировала, вот, наши партнеры, им было предложено нам здесь варианты, была акция такая, за 5000 фунтов стерлингов можно было купить квартиру в беспроцентную рассрочку на 2 года, строящаяся недвижимость, и вот здесь такие замечательные, конечно, квартиры, и пентхаузы есть, и, в общем, все здесь очень хорошо, с индивидуальным лифтом, и можно купить на любом этаже, это все было очень доступно. Вот это нам такое было предложение, наверное, сейчас есть. Это тоже один из районов Кипра, значит, просто на побережье, 800 метров от побережья, вот там вы видите горы, то есть это социальное жилье, но в нашем понимании это, конечно, не социальное жилье, потому что это жилье недорогое. Стоимость одного квадратного метра примерно от 800 долларов до 1000 евро за квадратный метр. Это многоспаленные дома. Вот это офис, который я фотографировал. Здесь одно-двухспаленные дома, но рядом строятся 3-4-спаленные квартиры. Ну, квартиры, вот, да. Вот, это, значит, Елизавета, комплекс Елизавета. Здесь около 200 вилл, значит, на этом комплексе. Совершенно замечательные дома. Все готово как раз к тому, чтобы можно было заселиться и уже жить в этом хорошем, ну, доме, так скажем, да, там можно заказать и недвижимость, то, что там, о, недвижимость, я говорю, мебель, и, конечно же, вся бытовая техника. И вот мы с вами, с нашими партнерами, вот это тоже мои партнеры здесь, я фотографирую, фотокорреспондент,
Мы зашли уже в очередную квартиру, которая выставлена на продажу. И в таком виде продаются квартиры. Сейчас я слайды переключу, и вы сможете увидеть вообще, в каком замечательном качестве продаются наши квартиры. Какая здесь... Вот. Вот смотрите, вот это интерьер, это внутри. Вот в таком виде продаются квартиры. Сравните, как продаются в России, да? Ну, совсем недавно моя семья покупала квартиру, это было 1,5 года назад, в строящемся доме. Сейчас мы получили ключи. Просто голые бетонные стены. Вы понимаете? И еще нужно внести столько же денег, потратить, сколько стоит эта квартира, для того, чтобы сделать черновую отделку, чистовую отделку, стяжку на полу и обои, и все такое, сантехника, да? Вот. И посмотрите, как мы можем, какая недвижимость на Кипре, какую недвижимость мы можем покупать. Вот, пожалуйста, все готово. Если вам не нравится эта мебель, для тех людей, кто покупает недвижимость в нашей компании, дается скидочная карта купить в магазинах все необходимое для проживания. И текстиль, и мебель, и светильники, и посуду, все, имея скидку 20% на все, что вы будете покупать. Вот это спальня, да, конечно же, везде есть бытовая техника. Это гостиная, здесь нет такого понимания, что большая комната, зал и кухня, здесь есть гостиная. То есть это большая комната до 25 квадратных метров с кухонной зоной. Вот видите, эту часть гостевую я вам показываю. И справа находится, вот она, кухонная зона. То есть вот это наш партнер Юлия. Она как раз смотрит направление этих диванов, которые только что я вам показывала. Вот такая замечательная кухня, видите, выход на балкон здесь есть. И вся бытовая техника, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина и, конечно же, кондиционер. Все это есть, плита, все это есть. Вот в таком виде вы приезжаете и сразу живете. И, конечно, здесь есть это средиземноморское жилье. Немножко здесь другая, как бы сказать, другие правила для жильцов второго этажа, потому что квартиры, дома здесь малоэтажные, да? Ну, конечно, есть и многоэтажные, но в основном малоэтажные. И вот для жильцов второго этажа есть такой дворик на крыше. У каждого жильца, того, кто купил недвижимость на втором этаже, кто живет на втором этаже, есть вот такой дворик на кухне. Здесь есть вода, мини-кухня так называемая, и здесь можно все. Здесь можно поставить мангал. Ну, вот Ольга Матвейчук, я думаю, рассказывала вам очень там такие яркие у нее впечатления от того, как у наших партнеров, кто уже сегодня живет на Кипре, она была в гостях, и как угощали шашлыками там, и всем, все можно здесь поставить. Можно поставить и солнечные батареи, и, значит, резервуар какой-то, ну, емкость с водой, водонагреватель. Все это здесь используется, потому что это субтропики, потому что это много солнца, много света, много тепла. И, конечно же, это экономия денег. Вот для тех людей это здесь норма. Здесь люди не боятся быть бедными, они не стесняются. Здесь бедных нету, на Кипре бедных нету практически. Понимаете, вот. Ну, вот такая замечательная крыша на Кипре. И вот вы видите, что здесь вот строится еще одна очередь, да. И вот эти дворики, вот тут разделены такими бордюрчиками, это как раз дворики для жильцов первого этажа. Кто покупает квартиру на первом этаже, у каждого есть вот такой дворик, примерно 150 квадратных метров, покрытый, вот здесь видите уже, где живут люди, зеленью. Это такие газоны, да? Ну, помню, они, кажется, были искусственные. Ну, неважно, это не страшно. И, конечно же, во дворе есть бассейн. И вот вы впереди видите вот эта полоса темно-синяя горизонта, да? Это как раз море, 800 метров от моря. Можно пешком пройти. И вот это уже другое комплекс по Черепашьей бухте. Тоже это гостиная, видите, там спальня. Это была комната, квартира была трехспаленная. Тоже видите, что здесь вся бытовая техника и все готово для проживания. Вы покупаете недвижимость. И все готово, вот вместе с мебелью. Ну вот и все, дорогие друзья, вот то, что я вам хотела сегодня рассказать. Я вас благодарю за внимание, вы были очень хорошими слушателями. Я вам желаю всем успехов и помните, что сегодня наш проект делает невозможное возможным, дает возможность иметь доходы, дает возможность быть всегда первым на вознаграждение, иметь высокие доходы с первых шагов, и иметь такую замечательную недвижимость в любой точке мира. А я с вами прощаюсь, включаю вам наш любимый ролик. До свидания, до завтра.